Американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины, названной в деле Джейн Доу, без указания настоящего имени. Срок будет добавлен к 23 годам, которые 70-летний продюсер получил в 2020 году по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн отвергает все обвинения. Он заявил, что эта женщина трижды лгала суду ради его денег. Сторона защиты требует провести новое судебное разбирательство. А как вы вообще относитесь к этой моде, которая, кстати, из Голливуда пришла, когда актриса... Я сейчас еще смешную историю расскажу. Да, давайте, да. Про Харви Вайнштейна, да? Так. Это же все началось с него. Естественно, да. Вы знакомы? Мы знакомы. Харви? Да. Обалдеть. Так. Опять, да я не знаю, Жень, вы прям сегодня меня... Да, очень интересная была история, очень забавная. Я лечу на фестиваль в Астану. Вот, это был 2010 год. По-моему, был первый кинофестиваль в Астане, делал Тимур Бекмамбетов. И там был, он международный, там была Катя Редникова, было много звезд. Был как раз Харви Вайнштейн. Я тогда не знала, кто это. И я смотрю, какой-то дядечка ходит и на меня смотрит и улыбается. Полтоядно смотрит. Как-то так. Я Катю Редникову спрашиваю. Катя, говорю, это кто? Она говорит, это вообще-то Харви Вайнштейн, Лена, один из ведущих продюсеров Голливуда. Я говорю, да, говорю, как здорово. А я прекрасно знаю английский. Я тогда очень часто была в Лондоне. Вот. И в Америке я бывала. Ну, то есть для меня, я думаю, вообще очень интересно. Ловца говорит, и зверь бежит, как да, называется. Да, да. Она, Катя сразу говорит, но он только... Ну, да. Да. Я говорю, ну, такого быть не может. Я говорю, что же, прям вот только, вот прям вот так и все? Да, ну как бы человек же, да, я думаю, ну никто же меня не будет там никуда тащить, знаете, и да, да. Вот, я почему-то сейчас рассказываю, потому что, да, потом такое там все с ним история связана, очень интересно. Дальше что происходит? Ко мне подходит его помощница, как бы переводчица, и она говорит, вот Харви бы хотел с вами встретиться, поговорить по поводу работы, все, да, в его отеле. Я говорю, да вы что? Ага, я думаю, так, опасно. Я говорю, ну не в номере же. Она говорит, нет-нет, что вы, в лобби отеля, внизу, я тоже там буду на встрече. Я буду на встрече. У меня на тот момент агент Анна Островская. А время уже, чтобы вы понимали, где-то 12 часов вечера. То есть это происходит уже мероприятие после там открытия. Все как бы общаются, выпивают, разговаривают. То есть это уже как бы вечеринка. Я понимаю, что агент мой ушла спать. Я к ней в номер. Я понимаю, что я на эту встречу не могу одна идти. Да. Нет, ну как бы... Я не собираюсь, да, хорошо. Да. Я ее бужу в номере, я говорю, так, быстро встала, оделась, мы идем на встречу с Харви Вайнштейном. Да, мы пошли. В общем, мы приходим в этот отель. Очень интересно. Я на тот момент была невеста, я не была замужем, у меня были серьезные отношения с мужчиной, и у нас вышла обложка как раз журнала, я иду с этим журналом. Понимаете, да? Нет, просто... Так себе отмазка. Так себе отмазка, да. И дальше... Ну, во-первых, он, конечно, человек был очень... Был, почему он есть, он живой, слава богу. Он с невероятным чувством юмора. Я очень хорошо знала английский. И харизматичный. Да. То есть, понятно, что я никуда не собиралась с ним. Это сразу было, то есть, для меня, да. Ну, я серьезно, без всяких. Но мы так сидели, хохотали в этом лобби, наверное, часа полтора. Моя уже стала агент засыпать. А мы вот так вот хохотали. И он мне сказал, что я ему очень симпатична. И я ему говорю, ну, вы понимаете, у меня есть муж. Я сказала, естественно, муж, вот видите, обложка, да. Я говорю, я его люблю, поэтому, говорю, вы извините. Ну, и как бы, то есть я ему дала понять. И вот, и, да, и он как бы говорит, ну, мы прекрасно пообщались, мы обменялись телефонами, тем не менее. Но я его больше никогда не видела. А, нет, я его потом вру. Я его видела, наверное, до всей вот этой истории, это было, наверное, лет 5 назад в Каннах на фестивале. Я с ним поздоровалась, он как-то сделал вид, что меня не узнал. Ну, я думаю, ну и бог с тобой. Вот, но потом я думаю, ну ведь он ко мне не приставал, да? Ну, да, были какие-то намеки, но я их тут же обрубала. Я вот потом думаю вот про этих актрис, которые потом жаловались, голливудские звезды. А они-то, вот, ну, казалось бы, Жень, ну, если бы я чего-то бы, да, хотела бы какой-то карьеры, ну, я, может быть, ее хотела, но я хотела другим способом. Не получилось, ну, ничего. Но я же не пошла к нему в номер, а
для чего они ходили? Для чего они ходили, а потом, спустя 20 лет, я, может быть, сейчас вызову какую-то волну, там, а для чего они поднимались в номер? Или где? Но меня никто не хватал ни за что, ко мне никто не приставал. Ну, были намеки, да, но они были в разговоре, но я их тут же пресекла. Они что, приходили в номер пообщаться? Одни? Ну, это же нет, я, может быть, не права, я какие-то, может, ну, это, наверное, любая взрослая женщина, да, а они были уже там, ну, или, ну, даже 18-летняя, наверное, понимает, что если ее Харви Вайнштейн приглашает почему-то в номер, то, может быть, это что-то означает. Это все равно женщины тоже виноваты, ну, правда. Это все равно с какой-то, ну, если человек идет в номер, наверное, ну, я не знаю. Я не знаю, я не берусь туда никого обвинять, чтобы меня потом, знаете, не стали говорить, ой, какая она вообще. Ну, вот такая история со мной была забавная. Когда это все произошло, думаю, мама дорогая. Мне вот Алена Яковлева, сидя на вашем месте, не так давно рассказывала, что просто вот там на студии Мосфильм ее там закрывали в кабинете и говорили, либо так, либо кошмар какой. Вообще нет, никогда. Нет, у меня такого никогда не было, слава богу. Почему? Вы считаете, что не всем женщинам или девушкам готовы делать такие предложения? Ведь мы сейчас не говорим не про внешние данные, а про какое-то вот, ну, ощущение какого-то там, я не знаю, стержня или чего-то. Вот вы знаете, вот очень интересно, я же очень много лет проработала в Театре Луны. И про Сергея Борисовича же тоже очень. Да. Вот да, не будем сейчас. Просто да. Тысячи историй, я знаю, да. Но у меня никогда не было такой ситуации. Знаете, я иногда думаю, ну, может быть, у меня не такая как бы привлекательная фигура. Ой, да ладно. Представляете, я вот так стала. Ну, да. Ну. А с другой стороны, я думаю, это зависит от твоего характера, да? Вот это же все равно, я думаю, мужчины тоже это считывают. Вот эту доступность, наверное, какая-то, да? Во мне есть что-то другое, я думаю. Но вот только вот этого... Вот этого нет. Может быть, это плохо даже. Может, я лишена из-за этого каких-то ролей. Вы когда в вашем круге ближнем появляются новые люди, задаете себе вопросами о том, к какой конфессии они принадлежат? Или это никакого значения для вас не имеет? Ни разу не приходило мне в голову задать кому-либо этот вопрос. Никогда. Вы людей вообще оцениваете? Ну, изначально понятно, если армяне, то наверняка они к нашей церкви принадлежат. Но это не могу сказать, что мы это обсуждаем дома за столом. Мы, все-таки мы люди верующие, но светские, скажем так. Вообще считается, что женщины в большинстве своем, они интуитивисты, что они вот не логические схемы выстраивают, а всегда чувствуют. Вы как руководитель интуитивист или вы логик? То есть вы нанимаете людей, исходя из резюме или исходя из какой-то чуйки? Вот вы понимаете, что вас сейчас обвинят в сексизме? Да запросто. Я вообще легко, я принадлежу к тому поколению, которое просто гордится тем, что мы сексисты. Ой, сейчас вам достанется. Да ради бога, жалко майки. Я не могу найти майку «Жесуи сексист», там, что-нибудь «Жесуи Харви Вайнштейн». Я бы ее носил бы. Кстати, отношение к... Скачем немножко по темам. Вы ушли от вопроса, я понял, что вы не хотите на него отвечать. Нет, с удовольствием. Почему? Тогда ответьте. Принимаю ли я решение по интуиции? Нет. Да. То есть вы изучаете резюме, вы смотрите, что человек сделал, вы смотрите профили в соцсетях людей, которые... То есть для вас это имеет значение. Кстати, раз уже действительно Харви Вайнштейн стул, как вы вообще относитесь к этим? К Харви Вайнштейну? Ну, он меня не трогал. Ну, вы просто не были рядом, у вас, вы не дали шанса человеку, в отличие от некоторых наших с вами соотечественниц, скажем так. Да. Как вы вообще считаете вот эти скандалы? Многие говорят, что это мракобесие, некоторые считают, что это, в общем, на самом деле проявление свободы. Ваша оценка вот этих голливудских секс-скандалов? Слушайте, я от этого так бесконечно далека. Мне кажется, здесь нужно разделять даже не две вещи, а три вещи. Первое – изнасилование. Человека обвиняют в изнасилованиях. У изнасилования есть определенные признаки, которые делают его изнасилованием. С тобой занимались сексом насильно, без твоего согласия. Это изнасилование. Вероятно, это в его биографии было. Мы не знаем. Но в этом его обвиняют. С другой стороны,
Есть обвинения, которые для меня, как для женщины, звучат странно. А именно, он подвез меня домой, поднялся ко мне домой и изнасиловал. Это я могу себе представить, это может случиться. Mm-hmm. Даже если ты пригласила человека домой, ты могла передумать. Или, может, ты вообще действительно этого не имела в виду. Это вряд ли. Но могла по дороге передумать. Оказалось, что у него неприятно пахнут носки. Все, я не хочу. Я пригласила тебя домой. Через 5 минут передумала, уходи. Имеешь право. Если он все равно это сделал, это изнасилование. Но когда та же девушка говорит, через месяц ситуация повторилась, вот это у меня вызывает вопросы. То есть он тебя изнасиловал. Ты, живя в свободной стране, в общем, не там... не в Йемене или в каком-то таком, в деревне, да, в Пакистане, где тебя же в итоге бы за это, в общем, понятно, что бы с тобой случилось. Ты не пошла на следующий день в полицию, ты ничего не сделала. Более того, ты через месяц привела его к себе домой еще раз. Угу. И это тоже считаешь изнасилованием, это второй раз. Это уже немножко странно. Значит, мы разделяем, первое, изнасилование как таковое. Второе, я бы это назвала вынужденный секс. Когда он продюсер, ты актриса, он руководитель, ты стажерка, он шеф-повар, ты официантка, ты боишься, у тебя стесненные жизненные обстоятельства, ты боишься потерять, и ты занимаешься вынужденным сексом. Это не изнасилование, то есть, строго говоря, это не подлежит уголовному наказанию, но это, безусловно, должно осуждаться, и с этим, безусловно, нужно бороться. И это, ну, совершенно неправильно. Третье, есть еще четвертое, да? Третье, шлепок по попе, ой, ты моя кисечка, ой, да, я тебя поцелую в шейку, и вот эти вот почти ежедневные мелочи жизни. Тоже должны осуждаться. Но прошу то... прощения, должны осуждаться социумом, да, или жертвой? Обществом. Так, обществом. Хорошо. Но то повышенное внимание, которому это сейчас, которое этому сейчас удивляется, мне, как многократной жертве, как большинство женщин, харассмента, ну просто ни в сказке сказать, ни пером описать, мне неприятно, что эта тема становится такой гипертрофированно самой главной. Послушайте, давайте подумаем о голодающих детях, давайте это будем обсуждать на CNN, BBC и прочее, давайте это будет нашей главной заботой. Все-таки вот этот вот сенсационализм, то, что называется, сенсационализм, да, яркая, жаркая тема, секс, про секс всегда читают, а тут еще и секс, еще с каким-то конфликтом, супер. Понятно, что она приносит рейтинги и прочее, но это немножко безответственно. Мне неприятно думать, что общество настолько мелко и глупо, что мы можем месяцами лучшие умы, вот Facebook откроешь, вообще страшно. Интеллигенция обсуждает, как же жить в мире, где там кто-то кого-то имеет право шлепнуть по попе, и не обсуждает, как же жить в мире, где люди умирают, где существует смертная казнь и где существует огромное количество страшных несправедливостей. И есть четвертое. Просто мужчины или женщины, которые любят раздавать комплименты, любят подкатывать, ну, клюнет, не клюнет. Я в этом не вижу ничего страшного. Ну, послушайте, многим это даже приятно, когда я была одинока. Мне, наверное, было бы еще более одиноко, если бы в мире не было мужчин, которые бы говорили: «О, какие у тебя красивые глаза, что ты делаешь вечером, может, поужинаем?» Может, и поужинаю, а может, и не поужинаю. Это уже мой выбор. Но жить без этого гетеросексуальной женщины было бы тяжело, в моем случае, я имею в виду без мужского внимания. Возможно, гомосексуальной женщине было бы тяжело без такого же внимания со стороны женщин. В общем, я не хочу, чтобы мы превращались в такой выхолощенный мир, где все боятся лишний раз посмотреть на твое декольте. Но если не нравится, что смотрят на твое декольте, не носи его. Вот если мы про тренды заговорили, вот все эти хэштег MeToo, все эти как бы проблемы с харассментом. Мне это... больше нравится YouTube.
Хотя, честно говоря, нет. Черт побери, тоже иногда так думаешь. Ну, к нам это же пришло. Может быть, да, может быть, ты кого-то обидел так, что скажут, что вот, ага, вот он, я так тоже с ужасом, так сказать, ну, все было очень пристойно, я так вот озираюсь, так сказать, на те 20 с лишним лет, так сказать, бесконечных ухаживаний, да, ну, собственно, когда это началось-то уж там. То есть я так понимаю, что за харассмент пока не прилетало лично. Ключевое слово «пока», да, но сейчас вот ты понял эту тему, и черт его знает, поэтому вырезать это, вырезать, да, как вы открыли дверь, а еще тренд. А ящик Пандоры, да, да. Почему какой-то разный спрос все-таки с людей, допустим, шоу-бизнеса и с людей политики? Вот про там театрального режиссера Рахиль Гауза кто только не писал. И там актрисы рассказывали, что путь в его там театр лежит через диванчик. Писали в журналах, в это, в тиражных, в блогах. Как бы вот это не подхватывается. А когда речь зашла о политике, это сразу получило такой резонанс. Разный спрос с политиков и с людей богемы? Ну, Жень, наверное, просто я не знаю. Я же не театральный человек. Мне сложно судить, почему, например, в театральной среде харассменту, например, в России, вы считаете, относятся терпимее, чем, условно говоря, это произошло в среде политиков. Но, заметьте, Вайнштейна тоже какое-то время люди терпели. Харви Вайнштейна, конечно, терпели вплоть до того, как он, в общем-то, не сдал позиции в своем бизнесе. Там это какая-то тоже... Это тоже на политику завязана история, на самом 100%. Деле. Он накатил на Трампа и получил ответку, поэтому... Вообще, вы понимаете, это стало инструментом. Я бы даже по-другому пошла. То есть, если мы говорим с нашей журналистской точки зрения, мы понимаем, что все такие непозволительные для публичных людей поступки, они начинают копиться. Другое дело, что если раньше они копились в папке определенных органов, то теперь они начинают копиться на телефонах, они начинают копиться в смс-ках, они начинают копиться тем же контентом, который эти люди производят. И что самое смешное, даже самые крутые продюсеры ловятся на элементарных вещах. Ну, я имею в виду, что, смотрите, я вот большой поклонник разных сериалов. Сейчас даже там у Соденберга вышел замечательный сериал такой, парафраз Бунюэля «Дневной красавицы», о девушке по вызову. И там разные истории разных девушек. Кто-то учится, кто-то делает карьеру, кто-то так оплачивает образование. И там тоже есть сегмент политический. Ну и, конечно, записывают. Конечно, записывают, конечно, как бы используют, конечно, шантажируют. Это же все сценаристы пишут на основе каких-то слышанных ими историй. Поэтому здесь просто в современном мире надо понимать, мы можем дозвониться до кого хотим в любую секунду, но также мы в любую секунду можем быть кем-то записаны, и этот кто-то может использовать этот материал против нас. Это сегодня удивительная вообще история, связанная с тем, как большие компании, корпорации, их акции падают, их акции поднимаются. Да, мы несколько историй, да, знаем. Но вы же прекрасно это знаете. We'll be right back.